Валентина Ивановна Фирсова прихорашивается перед зеркалом, ведь к ней уже спешат гости, чтобы поздравить ее с 90-летним юбилеем. Кто там? Ой-ой! Здравствуйте! Привет! С днем рождения! Заходите, мои дорогие! Я очень рада вашему приходу! Радушная, гостеприимная, отзывчивая и душевная – так говорят о Валентине Ивановне и ее подруге. Знают они друг друга уже несколько десятков лет. Дружба, что называется, проверена годами. И в трудную минуту она всегда готова подставить подругам плечо и найти нужные слова поддержки. Попрощаемся и другой раз и за советом. Она как-то, как старше от меня на 11 лет, то она так и говорит, что я старше вас, вы должны слушать меня. Приходится. Валентина Ивановна – человек необычайно душевный. Дело в ее руках спорится. В свои 90 она с удовольствием занимается огородом, выращивает цветы и рукодельничает. Все ее подруги прошли мастер-класс по вязанию, и теперь у их близких всегда есть уютные следочки и кружевные салфеточки. Связующее звено, заряжающее оптимизмом – так называют ее подруги. Утро начинается со звонка. Поздороваемся. Она говорит, хоть голос услышим. Друг дружки. Если я когда не позвонишь, ты что не звонишь? Хоть поздороваться надо. Можно сказать, что она у нас наша, как атом, вокруг нее мы собираемся все. Заренька, зарянка, травушка зеленая, я девчоночка волжанка, самая влюбленная. Секретом своего долголетия Валентина Ивановна считает стремление к движению и любовь к трудолюбию. Детство у нее было непростым. Оно пришлось на годы войны. 14-летней девчонкой она трудилась наравне со взрослыми. За доблестный труд ее наградили медалью. Неожиданно это все было. Даже не верилось, что заработала. И вместе же работали многие девчонки и мальчишки. Почему-то я одна получила эту награду. Но я, когда копнили или там пололи, я была звеневой. Или как бригадир сейчас, а тогда была звеневая. Пережив войну и тяжелые послевоенные годы, Валентина Ивановна трудилась и жила, как все обычные люди. Но благодаря удивительной харизме и особой душевной теплоте, она сконцентрировала вокруг себя людей, таких же светлых, как и она сама. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.